Всем привет! На ТВЦ выходит новый мелодраматический сериал под названием «Метод уборщицы», четвертый сезон. Мещерякова продолжает работать профайлером в Следственном комитете, благодаря чему повышает раскрываемость. Умение анализировать место преступления, замечать мелкие детали, составлять портрет злоумышленника и собирать данные в единую картину – играет важную роль в поимке виновных. Она налаживает не только профессиональную деятельность, но и личную жизнь, что помогает справиться с ночными кошмарами. Александра занимается расследованием дела об убийстве молодой женщины, которая стала участницей любовного треугольника. Погибшая находилась в положении, но ждала ребенка не от супруга, а от его родного брата. Несмотря на наличие мотива, подозреваемые имеют железные алиби. Но Саша привыкла мыслить неординарно, поэтому решает взглянуть на запутанную ситуацию с иной стороны, что поможет выйти на след настоящего убийцы. Премьера четырехсерийного сериала «Метод уборщицы», четвертый сезон, состоится 30 мая на ТВЦ.